стихотворение Елены Арсениной «Наступила осень» читает Юля Кылысова. Осень наступила, начались дожди. Да чего ж ныло выглядят сады. Потянулись птицы в теплые края. Слышатся печальный клёкот журавля. Солнышко не балует нас своим теплом. Северным морозным дует холодком. Очень уж печально, грустно на душе от того, что лето не вернуть уже.